Всем привет, с вами Механик, и сегодня мы посмотрим очередную постройку от наших подписчиков в игре Scrap Mechanic. И это... Я уже сразу просто вижу, что это чертовски крутая тачка. Знаете почему? Потому что это, блин, Кадиллак, старый Кадиллак, реально. Вот чувак написал, что он делает старый Кадиллак, и это чертовски похоже вот на старый. Помните, может, кто играл в Мафию, там вот, в первую или там во вторую, неважно. Там же были вот такие тачки, это реально прям вот кабриолет из 50-х, 60-х годов. Вот эта вот мягкая крыша здесь такая, еще вручную она по-любому будет подниматься. Ну, я не знаю, может быть автоматом, но скорее всего вручную. По-моему, очень круто выглядит, даже вот просто так он стоит. Да, понятно, что он весь квадратный, но куда от этого деться, если игра такая квадратная? Можно было какими-то полукруглыми элементами, типа вот таких вот там, или каких-то еще, не знаю, вот таких, допустим, переделать. Но это, наверное, заняло просто уйму времени, а так... Так мы все понимаем, что это за машина, мы все понимаем, что она действительно прикольно выглядит, мы все понимаем, что у нее есть неплохой потенциал, а самое главное, у нее есть огромная дверь и красный сутенерский салон. И 4 места, кстати. 4 места, и господи... Да куда же столько кнопок-то? Я сейчас целый час буду их тестировать. Что эти кнопки делают? Так. Подожди. Надо чуточку отдалить вот так вот. Во! Вот это видон у тачки, а? Колеса поворачиваются. Ну, колеса такие на развале. Наверное, на пневме тачка. Я думаю, на пневме. Ох. Тихо. Вырубись. Ни хрена себе, у нее есть какой-то ускоритель. То есть, как у Бэтмобиля прям. Чего, блин? Да ты чё, охренел, как ты это сделал? Чувак, тебе просто огромный респектос. Блин, ребята, мы должны собрать минимум косарь лайков. Вот просто минимум косарь лайков. Вот если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Вот это здесь точно канает. Вы только гляньте на это дерьмо, как он вообще это сделал? Господи, ты просто сумасшедший. Я люблю тебя, ты... Вообще, чувак, ты просто... У меня слов нету. Насколько круто это сделано, вы посмотрите. Да на это можно смотреть вечно. Можно смотреть вечно на огонь, на то, как работают другие люди. И на то, как складывается эта крыша. Это божественно. Просто божественно. Обалдеть. Я не буду говорить, что это самая лучшая тачка, чтобы не обидеть никого, но... Ну, как бы, ну, вы понимаете все сами, да, мужики? Вот, ну, вы как бы вот... Сами все видите, сами все понимаете. Мне незачем даже тут что-то говорить, вы просто сами все прекрасно видите. Так, вот так я даже отдалю, наверное. Это была кнопочка... Ядрить его, да блин... Я не знаю, чуваки, это... Это просто находка... Ух, нихрена себе. Нихрена. Я не знаю, зачем это нужно. Может, типа, с гидравликой, чтобы прыгало вместе. Багажник. В багажнике есть запасное колесо. Господи, и капот. Капот... 8 котлов я вот как бы вижу, что V-образная восьмерка сделана. Но я не знаю, как мне продолжать дальше, как мне другие машины после этой смотреть. Ребят, ну это просто я не знаю. Ну нет слов у меня. Ну нет слов, ну как? Как можно было до такого... Как вот он это сделал? Это же просто охренеть можно. Просто можно охренеть. Да на ней даже ездить не надо. Вот реально, на ней даже ездить не надо бы. Черт, ну я не знаю, но... Это просто сумасшедшая тачка. Просто сумасшедшая тачка. Ну вот она реально одна из самых крутых. Я даже думаю, что можно видос смело назвать «Самая крутая тачка». Скиньте мне... Вот на данный момент круче. Скиньте мне круче. Я никого не хочу обидеть. У всех прекрасные постройки, все молодцы. Молодцы, что... Делаете что-то, что не сидите на месте, просто красавчики. Но черт возьми, вы только гляньте на эту тачку. Вот просто вот.
Я даже вот так вот скрин сейчас сделаю. Вот так вот, вот скрин сделал. Так, все, я сейчас открываю дверь. Я хочу посмотреть еще изнутри, как она выглядит. Не изнутри, вернее, а снизу. Так. Посмотрим. Посмотрим, как она выглядит снизу. То есть здесь два движка стоят. И здесь, получается, еще там сверху три стоят, которые толкают ее вперед. На кнопочку 2, по-моему, или на кнопочку 3. А, подвеска. Так, а как она получается? А, все понял. Вот здесь привод идет. Все понятно. А спереди, получается, вот здесь у нее. Ну, ну что тут сказать? Ну что сказать? Реально очень, очень круто. Автор просто красавчик. Просто молодец. Ладно, ребят, на этом буду заканчивать. Это был короткий такой обзор. Короткий обзор для крутой тачки. Если хотите увидеть еще какие-то обзоры тачек, ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. С вами был Механик. Всем пока.